Жалобы на скандалы соседей, нанесение телесных повреждений, кражи и многое другое в своей работе участковые уполномоченные ежедневно сталкиваются с разного рода обращениями. Порой выезд на жалобы населения, сопряженные с риском для жизни. О буднях лучшего участкового республики расскажет Галина Погодаева. Их служба и опасна, и трудна. Сегодня имеется веский повод рассказать об одном из сотрудников органов внутренних дел. Участковый уполномоченный Октябрьского округа города Якутска Юрий Дядин стал лучшим в республике в своей профессии и вышел в финал всероссийского конкурса. Как отмечает сам Юрий, в его работе главное внимание к людям, потому что жалобы от населения поступают разные, и отработать нужно каждое обращение. На данный момент рассмотрено около 700 материалов. Вот. Люди жалуются абсолютно на все. Шумят соседи, скандалы, да, телесные повреждения, там, полученные, там, кражи могут быть, скандалы между супругами, да. В зоне обслуживаемого участка нашего героя проживает 4000 человек. Почти столько же проголосовало за него в интернете. Это и дало право называться лучшим участковым Якутии. Ежедневно сталкиваясь в своей работе со сложными ситуациями, Юрию Дядину удается благополучно их разрешить. Проявлял высокие качества именно и знания психологии, необходимые для общения именно с гражданами добропорядочными и маргинального типа. То есть с теми гражданами, которые никак не идут на контакт с обществом, с законом. Но у него не получалось доносить до данных граждан необходимость и стремление к добропорядочному образу жизни. К напряженным рабочим будням Юрия с пониманием относятся его близкие. Супруга терпеливо ждет возвращения мужа домой, чтобы накормить вкусным ужином. В семье воспитывается двое детей. Юрий ценит каждую минуту, проведенную рядом с ними. Я стараюсь работу всегда оставить на работе. Встречает жена, дети, да, я уже фактически забываю, да, о работе. У меня уже как бы домашние проблемы, домашняя суета. Теперь у лучшего участкового Якутии впереди всероссийский этап конкурса. Интернет-голосование начинается сегодня и продлится до 10 ноября. Поддержать Юрия Дядина на сайте конкурса могут все желающие. Галина Погодаева, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.